как тяжело идти вверх с большим чемоданом. Идти вверх тяжело. Войдем в дом, который ровно 100 лет назад вошла она, и которой было суждено здесь пережить больше, чем одна жизнь. Но давайте пойдем дальше. Ведь неинтересно только в пространство, когда из места в место. Нет, интересно вглубь, туда, к истокам, как писал великий Атфонтос. Вот туда мы и пойдем. Мы сейчас повернемся к году, который стал самым главным в 20 веке. Вы думаете, 17-й? Нет. 17-й это уже было последствие. Главное было другое. Главное – это причина. Итак, перед нами 1905 год. Она не понимала, и ее темперамент не давал ей этого понять. Как он мог жениться на ней? Ну что это? Ну почему это? Ну зачем? Она говорила, это самая презренная из женщин. И написала почти памфлет. И прослыть в веках длиннобровой, но никому не суровой Натальи Гончаровой. Вот так она отзывалась о Натальи. Бетховен делал себя сам. Он обожал жизнь и всячески стремился к тому, чтобы жизнь ему отвечала тем же. Ты не знаешь, кто такой Бонапарт? Так это же в воздухе. И с тех пор стало понятно, что Наполеон – это судьба. Я знаю все твои жесты, твоя походка, то, как ты говоришь, то, что ты пишешь, то, как ты живешь, то, как ты покоряешь, то, как ты любишь. Я хочу, чтобы ты был рядом. Давайте представим сейчас, что мы перенеслись в самый конец 18 века. Здесь стоит жена. Жену зовут Кристиана. Кристиана – хорошая немецкая жена. Здесь расположена задумчивая Ульрика. Это последняя любовь Гёте. Это молодая девушка с нежным взором, с обаятельной полуулыбкой на устах, молчаливая, тихая. Ее речь звучит словно ручеек. Ну а вот представьте себе. Комната. Холодно. Очень нетопленно и холодно. Сыро в доме и холодно. Ну а главное, Цветаева писала, не забывайте смотреть на бездонно-синее, темное, кобальтовое небо со звездами, потому что тогда вы понимаете, что они живы. Великие, они не умирают, они просто прячутся в природе. Знаешь, ты хорошо так все прошло, мне кажется, только я так устала. А сейчас так любопытно включила телефон. Интересная смс-ка пришла. Видимо, кто-то в зале сидит, смотрит и решил написать. Знаешь, что пишет? Как жаль, что таких женщин, как вы, не бывает в жизни. Слышишь, как интересно. Не бывает в жизни таких женщин, как я, Олег, правда? Как ты думаешь...